В рамках нашего события проходит много таких вот подсобытий. Именно сейчас мы хотим провести благотворительный аукцион, который проходит в рамках выставки Art Fashion. И под ваши аплодисменты мы будем встречать наших художников, которые выставляют свои картины под вторым этажом. Вот эти вот замечательные девушки, они рисовали своими ручками вот эти замечательные картины. Хочется сказать большое спасибо за организацию, за предоставленную возможность агентству «Глянец» Александре Волковой. И еще хочется сказать, чтобы мы не забывали о тех ребятах, которые отдают свою жизнь за наше мирное небо. И что все собранные средства пойдут на помощь нашим героям. Все, спасибо. Спасибо, Анастасия. Да, я хочу напомнить, что сегодня мы продаем эти картины, и все собранные денежки пойдут на помощь нашим воинам, нашей украинской армии, 28-й отдельной механизированной бригаде. Здравствуйте. Этот очень особенный сезон, потому что я здесь участвую, помимо того, как модель, еще и художник, чему я очень рада. Спасибо огромное. Сегодня я буду аукцион работы моей вот этой. Я хочу объяснить, почему я взяла слово. Потому что я рисую портреты вот такого плана в стиле поп-арт и карикатуры. То есть я рисую по фотографиям конкретных людей. Так что обращайтесь, очень рада буду. Кто дает 100 гривен за эту картину? Вы готовы отдать 100 гривен за эту картину? 100 гривен раз, 100 гривен два, 100 гривен три. Продано! Аплодисменты! Поздравляем первую обладательницу картины на нашем аукционе. Аплодисменты, ребятам! Следующая художница Анастасия Шиманович и картина «Солдат». Стартовая цена этой картины 100 гривен. 100 гривен раз. Спасибо вам. 100 гривен раз. 100 гривен два. 100 гривен три. Продано. Аплодисменты. Я думаю, сейчас мы пригласим в продаже картины известную николаевскую художницу Кветку Ирину. И картина «Девочка с лошадкой». 750 гривен два. 750 гривен два с половинкой. 750 гривен... Три брата! Аплодисменты! Выходим, Ирина Викторовна, сюда. В социальных сетях, в группе Volkswagen Sales of Ukraine Fashion Days будут выложены фотографии этих трех картин. И вы сможете посредством ставок в интернете выиграть на протяжении недели именно свою картину и купить таким образом шедевр и помочь украинской армии.